Понял вас, спасибо. И второй вопрос. Прокомментируйте, пожалуйста, высказывание премьер-министра Армении Никола Пашиняна о том, что ОДКБ, цитирую, «ушла или уходит из Армении». Иными словами, если Армения де юре примет решение о выходе из ОДКБ, то это произойдет в результате фиксации того, что ОДКБ вышло из Армении. Я технически не очень понимаю, как это все там представляется. Мы уже неоднократно об этом говорили. Если это фигура речи для того, чтобы, не знаю, пролоббировать позицию о выходе Армении из ОДКБ, то мне кажется, все-таки надо понимать всю опасность манипулирования словами. А каким образом ОДКБ может выйти из Армении? Ну, еще раз, мы уже об этом говорили. Не очень даже понятно, о чем идет речь. Понял вас, спасибо. Спасибо.